теперь я в медсанбанке на кровати, весь в бинтах. Что нам слава, что нам Клара, медсестра, и белый свет, помер мой сосед, что справа, а тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: «Послушай, парень, у тебя ноги-то нет! Как же так? Неправда, братцы!» Он, наверное, пошутил, мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Ну а тот, который слева, все смеялся, все шутил, даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не станешь, не увидишь, мол, жены, посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Попросил сестричку Клаву рассказать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, был бы жив сосед, что справа, был бы жив сосед, что справа, он бы правду сказал.